Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Dooji S88 Pro сбросить все настройки до заводских с помощью настроек. Заходим в настройки. Переходим в систему. Дополнительно сброс настроек. Удалить все данные. И как вы можете понять по названию, будут удалены абсолютно все данные. Если вы с этим согласны, нажимаем «Удалить все данные». И еще раз удалить все данные. Как видите, все настройки были сброшены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!